Те, кто практикует сознание Кришны воистину, являются самыми удачными людьми на всей планете. Why? Почему? Because they're perfecting their rare human birth and not wasting it again. Потому что они достигли совершенства в использовании этой человеческой формы жизни и не тратят ее впустую. So the samsara birth and death will not stop till we get purified through the medium of devotional service. И мы не сможем остановить эту самсару кругового рода рождения и смерти до тех пор, пока не очистимся через процесс преданного служения. That should be our goal. To engage in devotional service all the time. Это должно быть нашей целью постоянно, всегда заниматься преданным служением. And the nature of devotional service, as we said earlier, is ever fresh. Как я уже говорил, природа преданного служения такова, что оно всегда новое, обновляющееся. If you are not feeling the freshness of devotional service, if you are not feeling the freshness in chanting the holy name, if you are not feeling the freshness as you read the philosophy, that means there's something wrong in the approach you are taking. Если вы не чувствуете новизны и свежести в повторении святого имени, не чувствуете новизны и свежести во время чтения священных писаний и также выполнения преданного служения, это значит, что что-то не так в вашем подходе ко всем к этим видам деятельности. Есть Гуру Апарадха, оскорбление духовного учителя. Then there are offenses in chanting the holy name. Также есть оскорбление во время повторения святого имени. Offenses in the service we're doing. Оскорбление в служении, которое мы делаем. And jiva prath, offenses towards other living entities. Также есть jiva prath, оскорбление других живых существ. So sometimes the offenses get too heavy, then we lose that taste for the holy name. И когда эти оскорбления становятся сильными, мы теряем вкус к святому имени. Что находится выше ума? Intelligence. Мы должны приучить свой ум к дисциплине с помощью разума. He is anxious to help all of us. Кришна хочет помочь всем нам. But we have to make the effort. Однако мы тоже должны со своей стороны приложить усилия. You heard that saying, God helps those who help themselves. Слышали такую поговорку, что Бог помогает тем, кто хочет, чтобы им помогли? We are sincere in our sadhana and bhakti. Krishna will give you the strength to become the true. И если мы искренне в своей садхане и практике бхакти, то Кришна даст нам силу, чтобы мы были решительны. Yes.
we need determination to succeed on the spiritual path. Для того, чтобы достичь успеха на духовном пути, нам нужна решимость. Нам нужно подчинить себе ум с помощью разума. So as we improve the quality of chanting and reading, our ability to control the mind, etc., will get stronger. Our determination will get stronger. И если мы сможем улучшить наше повторение мантры, чтение книг, то тогда мы сможем сделать свой разум более сильным и лучше подчинить себе свой ум. Мы должны есть только Кришна Прасад. Если мы будем есть только Кришна Прасад, то ткани нашего мозга будут становиться более тонкими. Following six factors to guide you. Преданное служение, как говорит Рупа Госвами в Нектар наставлений, будет развиваться, процветать, если мы будем делать следующие вещи. One of them is determination. И одна из этих вещей – это решимость. We should try to hear attentively. И когда мы повторяем Хари Кришна Махамантру, мы должны пытаться слушать внимательно. The tongue and the ears play a big role in our spiritual endeavor. А в наших духовных усилиях очень важную роль играет язык и уши. And if you're chanting and hearing attentively, then that will help you to control the mind. Если вы внимательно повторяете и слушаете, то это поможет контролировать ум. Austerity is part of spiritual life. Аскеза является частью духовной жизни. Real religion must include four essential principles. Истинная религия должна включать в себя четыре основных принципа. Truthfulness. Правдивость. Потом. Затем. Fairness. Чистота. Потом. Mercifulness. Милосердие. Потом. Austerity. И аскетизм. Тапасья. Without austerity, you cannot have perfect religion. И без аскезы невозможно практиковать совершенную религию. The Srimad Bhagavatam and the Chaitanya Charitamrita are full of spiritual stories. Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамрита полны замечательных историй. These stories are real, not imaginary. И эти истории, они настоящие, они не выдуманные. And each of these stories is a powerful purport message. И у каждой из этих историй есть огромное, могущественное послание. So we need to meditate on these stories. This is Achyuta Katha. И мы должны медитировать на эти истории. Это и есть Ачюта Катха. Stories of the Lord and His devotees. История о Господе и с Его преданными. And if your mind is positively engaged, then there will be no room for negative engagement. И если ваш ум занят положительным образом, то в нем не останется места для негативных занятий. It's very difficult to overcome the illusory energy. Кришна говорит, что очень трудно преодолеть мою иллюзорную энергию. It's ready to be. You can
overcome. Однако, если ты предашься мне, то ты сможешь ее преодолеть. So this process of Krishna consciousness gives us the strength to overcome Maya. И этот процесс сознания Кришны, он дает нам силы для того, чтобы преодолеть Майю. Служить вайшнавам является большой привилегией. Если у нас появляется возможность служить вайшнавам, либо тем, кто старше вас, или на одном уровне, или ниже, нужно считать себя очень удачливым. Если мы служим продвинутым вайшнавам, то это еще большая удача, поскольку тогда у нас появляется шанс совершать еще больше духовных прогрессов. И каков же признак духовного прогресса? Getting attached to the holy name. У нас появляется привязанность к святому имени. Getting attached to hearing the philosophy. Появляется привязанность к слушанию философии. Getting attached to association with devotees. Появляется привязанность к общению с преданными. Getting attached to serving Vaishnavas. Мы привязываемся к тому, чтобы служить Вайшнавам. Наш фокус, мы должны фокусироваться на том, чтобы повторять и слушать Святое Имя. И также целью должна являться, чтобы мы повторяли и слушали внимательно. Что это означает внимательно? When chanting, especially at 16 rounds, mean that hear the chanting and don't do anything else at the same time. Когда мы повторяем 16 кругов, нужно слушать и повторять, и не делать ничего другого в то же самое время. And if you chant in here, slowly you'll be able to meditate on Krishna's form, Krishna's pasture. И затем, когда мы таким образом будем повторять, постепенно у нас будет появляться возможность, способность уже медитировать на трансцендентную форму Господа, на Его деяния и так далее. Please take your Krishna consciousness seriously. Пожалуйста, серьезно отнеситесь к сознанию Кришны. As I said, that pavitram, sushikam, avyavyam. These are three characteristics of devotional service. Говорится, что есть три характеристики преданного служения. This process is the purest, pavitram. Этот процесс наичистейший, pavitram. It is happily performed, sushikam. Сусукам, означается, что он совершается с радостью. Those executed are always happy. Те, кто совершает предослужение, всегда счастливы. И он неистощим. You should always feel there's more you can serve.
И когда вы служите, вы должны чувствовать, что у вас появляется желание меньше служить, всегда должно усиливаться желание служения. Attachment to the material and personality is a cause of bondage for the conditioned soul. Для условной души привязанность к материальной личности является причиной рабства. But the same attachment, when applied to self-realized devotees, opens the door to liberation. Однако, когда та же самая привязанность направляется на осознавших себя преданных, тогда такая привязанность раскрывает врата освобождения. In attached to a sadhu, the doors of liberation can be wide open. Если вы привяжетесь к садху, то тогда для вас врата освобождения будут широко раскрыты. А если мы будем привязаны к материальным личностям, тогда это будет для нас причиной рабства. If you have spiritual knowledge, jnana, then that will result in vairagya renunciation. Если у вас есть духовное знание, jnana, то оно приведет вас к отречению, вайраги. Therefore, this cultivation of spiritual knowledge is very essential. Поэтому очень важно развивать в себе такое духовное знание. And how do you obtain spiritual knowledge? Как его можно получить? By hearing the Bhagavatam and the Gita. Слушая Бхагаватам и Гиту, by studying the books, изучая книги, by associating with saintly people, общаясь со святыми людьми. Надо принимать все благоприятное для духовного прогресса. А второе – это не принимать все неблагоприятное. Понимаете, то, что Господь является тем, кто поддерживает нас. Он единственный, кто владеет всем. Затем делать так, чтобы наши желания совпадали с желаниями Господа и также развивать смирение. We renounce what's detrimental for spiritual advancement, and we accept what's conducive for spiritual advancement. Мы отрекаемся от того, что вредно для духовного прогресса, и принимаем то, что благоприятно. We don't renounce something genuine that can be used in service of the Lord. Мы не отрекаемся от чего-то нормального, что можно использовать в служении Господу. Oh,
делом знаем про Бога Христа. You had some success, you made money. Если вы достигаете успеха, зарабатываете деньги, вы знаете, кому это принадлежит, и используйте это для Господа. Nine intelligent senses are the sitting place of this eternal enemy known as love. Ум, разум и чувства — это те места, где находится наш вечный враг вожделения. Чувства постоянно медитируют на чувственное наслаждение. А разум постоянно строит планы, как больше заниматься чувственными наслаждениями. Поэтому чувство, ум и разум являются теми местами, где сидит это вожделение. And we must endeavor to cultivate knowledge. Мы должны прилагать усилия, чтобы развивать знания. Doesn't matter how busy you are. You should read these books regularly. Неважно, сколько бы вы ни были заняты, вы должны регулярно читать эти книги. So this knowledge must be applied in our day-to-day life. Это знание необходимо применять в повседневной жизни. It should be applied in our dealings with the Lord. Также необходимо применять в наших отношениях с Господом. It should be applied in our dealings with the spiritual master and senior sadhu. В отношениях с духовным учителем и старшими садху. It should be applied in dealing with the Vaishnavas. Также необходимо его применять в отношениях с Вайшнавами. It should be applied in dealing with the material world. Также общаясь и взаимодействуя с материальным миром. Knowledge has to be applied and practiced. Обязательно знание должно быть применяться на практике. Прабхупада говорил, что если мы читаем эти книги, то Кришна очень доволен. Krishna says, here is someone trying to understand me, so let me give him the understanding by which he can come to me. Кришна видит, что кто-то читает книги, и он думает, вот человек пытается понять меня, дам-ка ему понимание, с помощью которого он может прийти ко мне. Господь Чайтанья спросил Рамананда Рая, какую самую сильную боль можно испытать? Рамананда Рая сказал, что помимо той боли, которую можно испытать от разлуки с преданными, я не знаю никакой другой невыносимой боли. Если мы разлучены с преданными Кришны, то это приводит к боли.
мы должны развивать знания в обществе преданных. Come to the classes as much as you can. Можно чаще приходить на лекции. Read the books. Читать книги. And also preach. И также проповедовать. Distribute the books. Распространять книги. Don't be selfish. Не надо быть эгоистом. We got the nectar. We want everyone to get the nectar. Мы сами получили нектар, теперь надо этот нектар дать всем другим. What is real nectar? А что является истинным нектаром? Это трансцендентное знание. Для того, чтобы поддерживать энтузиазм, нужно иметь хорошую садхану. Повторять свои круги и слушать то, что вы повторяете. Study the books regularly. Регулярно изучать книги. Associate with devotees. Общаться с преданными. Especially if you live in a city where your temple is nearby, come regularly to the temple. Особенно если вы живете рядом с храмом, регулярно приходите в храм. И делайте служение. Если вы будете делать эти вещи, то вы будете энтузиастичны. Избегайте вайшнава парад. Offer respects to everyone without expecting anything in return. Всем выражайте почтение, не ожидая почтения взамен. See the good in other Vaishnavas. Старайтесь видеть хорошее в других вайшнавах и вайшнаве. И проповедуйте. Прабхупада мне в 76 году сказал в Бомбее лично, что я сам читаю свою Бхагавад-гиту каждый день. Так нужно продолжать читать. Thank you.
Я надеюсь, что вы все будете с энтузиазмом продолжать преданное служение. И будете решительны, чтобы оставаться на этом пути. Hare Rama, Hare Rama.